все как по расписанию. Наближается шторм. Снег продолжает сыпать. Да. Погода вообще интересная. Вначале шел дождь, потом пошел снег, потом пошел град, потом пошел снег с дождем, потом просто снег огромными хлопьями, потом опять дождь, все это смыл, почти все. Сейчас опять пошел снег. Дороги чистят, машины ездят медленно, вот кто-то остановился вообще там чистить снег с машины. Вот, машины ездят, все ездят, ну почти все. Почти все ездят на аварийке. С включенной аварийкой. Миль 20 в час. Медленно передвигаются. State of emergency. Наше дерево. Как его покосило. Это был шар вообще-то. Мы даже не знаем, выпрямится оно или нет. Вот там дальше, сзади, там стояло стройное дерево, при нас свалилось. Там такие поникшие. Рядом с деревом ветка тоже так шел. Ну да. А там вообще вон все эти, слышишь, там какая-то жестячина. Оно тупо под тяжестью падает все. Тут с этой стороны. Вот ветка. Вот ствол тоже. Там дальше уже лежит. Жестяк. Единственное, с чем они не угадали, это с ветром. Еще один встал. Че встал? Как-то ездят по чуть-чуть. Только что упала еще одна ветка, это было жестко, такой треск, вот это вот огроменное, капец, просто не выдерживают деревья такой нагрузки, капец. Вот это сейчас тоже лопнет. Вот-вот. Если ветерок подует. Вон у меня какой изгиб. Гитары желтой. Жестяк. И еще там вдали тоже. И еще только что-то упало. Тут можно просто стоять и офигевать с этого всего. Тут, я думаю, выстоит. Вот это вот тут. Ну давай. На. Капец. Жесть. В тебя я верил. Вот в это не верю. Вот ветер подул, сейчас начнет, наверное, тоже сыпать. Еще где-то хрустили вдали.
Короче, это еще хорошо, что... Хотя не знаю, если был бы ветер, может быть, так бы не облепало на деревьях. А так из-за того, что снег мокрый... Еще где-то там хрустит вдали. Кусты тоже примяло. Куда вы едете, люди, и откуда? Чё в такую погоду вообще ездить? Что, все? Тому чуваку, конечно, вообще по кайфу. Угловому, которого там ветками завалило. Скорая. Ну нафиг. Хорошо, у меня тут козырек. Жесть. Вот еще ветка упала. Короче, раз в минуту где-то раздается хруст. Это даже похлеще, чем тот ветер штормовой. Там что-то. Раз, два, три, четыре. Жестяк. Там где-то за углом что-то конкретно осыпалось. Разорвало Володьку. Бедные елочки.
Не дождусь этой ветки. Пошел я домой. Не успел. Ветер подул, с вот этого дерева тоже ветку сломало. И там где-то что-то хрустит. Че, все? Тут вот с другой стороны дома тоже вон дерево. Фу. Жесть. О, тут тоже прекрасно. Вот такие вот накидало уже. Да. Харусь. Где ты еще? Десять вечера. Ну, дорогу чистили и так весь день. Уже почистили тротуарные дорожки. Ну, и с лопатами, и с экскаваторами, и машиной, которая там чистит снег. Как-то так закончился сегодняшний день.